Вместо рубанков и стамесок – роботы, вместо уравнений в тетради – реальные химические опыты. Для учеников школы номер 6 поселка Нового привычные школьные предметы в этом году открылись с необычной стороны. В кабинетах точек роста каждый может примерить на себя роль настоящего ученого или изобретателя, а наскучившие учебники отходят на второй план. Хотим мы этого или нет, но мы живем уже в мире интернета. И они там себя чувствуют великолепно. И поэтому те цифровые лаборатории, они позволяют детям комфортно себя ощущать на уроках и получать массу новых знаний, используя те навыки, которые у них с детского садика и даже с ясели приобрели. Под чутким руководством педагогов ребята измеряют кислотность воды, снимают друг другу кардиограмму, программируют роботов. В школе уверены, такие занятия не только развивают интерес детей к учебе, но и помогают им определиться с будущей профессией или найти для себя интересное хобби. Мы занимались опытами, но это было гораздо реже и проводить их было сложнее. Теперь с помощью нового оборудования мы можем проводить более открытые опыты и также более сложные, потому что до этого нельзя было полностью точно считывать результаты. Заниматься в точках роста можно как во время уроков, так и после них, объединяясь в группы по интересам. Причем возможности учеников не ограничиваются школьной программой. Лаборатории позволяют проектировать и реализовывать даже самые смелые задумки. Мы, например, тему автотранспорт можем проходить, вот используя вот такое роботизированное оборудование. И ребята и программируют этого робота, и, в общем-то, с ним работают. Это непривычная технология, и ребята очень часто задают вопрос, вот уже в этом году, заходя в кабинет, а где верстаки? А мы не пилим и не строгаем? Я говорю, ну да, мы не пилим и не строгаем, мы идем в другом направлении. Посещать кабинеты и пользоваться оборудованием могут и ученики других школ. Преподаватели готовы проводить занятия и делиться знаниями. К 2024 году такие кабинеты появятся во всех учебных заведениях, находящихся в селах и малых городах Приморья. Марина Зубко, Игорь Егоров, новости на восьмом.